think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик. Утро понедельника. Посмотрим, что у нас есть по акциям. Ну и, конечно же, утренняя угадайка. Такс. Ну, сегодня начали добавлять уже за пятерик. Я считаю вообще отличных героев. Прея, Землеройка, Феникс. Ну и Роза, в принципе. Вольт, Некрос, понятно, они уже не настолько актуальны, но за минималку вы можете забрать по сути топовых 3-4 героя, это реально круто. Так, что у нас есть еще? Мэри, Зефир, уже 20-ка, это стабильно, плюс еще часть лис, это где-то половинку лисицы можно собрать. Конечно, вот это Морозная Леди, ну не знаю, что они ее так ставят, но это просто бред, она не стоит этих денег, ну и божество у нас за один пак, это уже стабильно. Так, за 20-ку есть скин, в принципе, тоже неплохо. Бардик, 10-ка уже. Вот так вот, за 10-ку бардик, расходники. Что у нас еще интересного есть? Накопление за найм героя. Окей, поехали дальше. Entry Warming Pack, Clashers In. Мы забираем книжечки. Так, забрали мы Hero Skin Scrap Box. Забрали Homecoming, Clashers Day, Supreme Gifts. Ну, все остальное сегодня, в принципе, понедельник. Сегодня вряд ли что-то будет интересное. Ну, смотря на каком серваке. Так, забираем карточку Арена. Сбегали. Забирать карты, здесь хорошие плюхи есть. Так, есть Thunder Gift. О, ну опять тот же самый вариант. Ice Lady выше, чем Мэри. Ну, реально бред. Самый настоящий. Ну. Так, плюшки забрали. Окей. Поехали на Тайваньку. Давайте глянем. Странно, что на немке что-то давненько уже не завозили каких-то интересных плюх. Вот думаю, где-то должны завести скоро. Так, остров у нас получается закончился. Так, Тайвань за Роллинье. Ну тут без комментариев. В принципе, это можно все дешевле собрать. За паки, за самоцветы можно Зефира без проблем получить. Так, что-то интересное по рынку есть. Бинго. Скины. Так, магазинка. И по магазинке. То же самое, ничего не поменяли. Но есть возможность собрать, скажем так, Зефира. Это реально круто. Так, это мы не можем сделать. Так, собери себе сам. Вот такой же, как и на английском, один в один у нас. Паки. По 16, я это уже показывал, тоже угорал. Я не знаю, что они там нашли в этом герое, прям такого мега вау. Ну, он не падает в цене очень долго. Странно очень. Очень странно даже. Может, что-то мы не знаем, есть какие-то скрытые эффекты у него, но пока неизвестно. Так, идем на немецкий сервер. Блин, как здесь надо исцеление Фрей. Я вчера открыл здесь дофигища коробок. Ну, относительно полученных за день. И, к сожалению, нам ничего не упало. Исцеление очень надо. Так, смотрим, что у нас по рынку. Накопление, ну, такое себе, честно скажу.
можно было бы получше. Тут есть некоторые нюансы на нимке с расходниками для доната. Вот по лицу, например, здесь проблемно достать. Но зато здесь есть возможность офигенно потратить самоцветы, получить топовые плюхи для бездонов. Насчет этого тут, конечно, очень круто. Плюс здесь есть офигенный найм зефира. Я вчера пробовал. У меня было 20, мы получили с календаря, пробовал нанять. Мне, кстати, ребятушки, мне вчера выпал недостающий герой. Я не собирал хладного, он вчера вылетел у нас по этим кристалликам. Там еще какой-то, я не помню, что там вылетело. Валентинка у нас собрана, и по скинам, как видите, здесь и Фрейю давали. Ну реально, здесь кайф. Сейчас я гляну, или Валька. Валька у нас, по-моему... А, Вальки у нас тоже нету. Отлично. Огонь просто. Плюс два недостающие героя дособирали. Блин, немка бешеным темпом развивается. Еще бы здесь как-то самоцветы копить. Это никак не получается. Такс, по акциям давайте пробежимся. Тут где-то было настолько, по-моему, или хватайка. Да, кстати, надо сюда забежать, забрать плюхи. И мы, по-моему, забрали. Ну, видите, здесь видно, что здесь очень медленно народ, ну мало людей, точнее, не так лайкают. Это заметно, кстати, по активности сервака, где больше, где меньше. Так, забрали плюхи. Верно, хомкамин, да. Флешерстак. Да, нету. Все позакрывалось, короче. И поехали на русский сервер. Самый трешовый сервак, который есть на сегодня. Так, я пока видосик сразу же открою. Так, что у нас тут? Набор сокровищ. 5 карт за большой пак. Так эти карты никто уже не берет, по сути. Ну, может, кто-то и берет с новичков. Так, войти в игру. Посмотрим, что есть. Забрала или нет? Да, забрала. Счастливые квесты, заработай. Магическая рулетка. На немке, кстати, магическая, по-моему, закончилась, Елена. О, 200к кулаков. Ну, реально кайфовые темы бывают. Сейчас мы глянем, что на русском сервере. На русском сервере, видите, уже здесь собрали одну, здесь собрали вторую и уже следующую собирают. Ну, вот разница примерно в количестве игроков, которые играют на сервере, где-то в два раза больше. Карта богатства, собери себе сам. Есть... Так, а что у нас на русском? Ой. Вот тоже. Но хотя божество есть. То есть вариант дособирать у меня, например, на английском, я надеюсь, тоже обновят. И божество мы на твинке дособираем. Ну, хотя можно и так его дособирать, но хочется же потрошечку помучиться. Так, окей. В принципе, с этим все. Поехали. Видосик открою. Ребята, вот внимательно посмотрите на этот, на правила, условия. Вот вы участвуете, но вы просто не понимаете,
что делать, как делать. Перед тем, как участвовать, просто внимательно посмотрите видосик на стартовой странице. Все, больше ничего не надо. Там все написано, подписка на один, на второй, как должно быть открыто все. То есть ничего сложного. Ничего. Такс. Поехали, рулим. Одержимый. Кто-то, кстати, вчера, по-моему, одержимого назвал. Я показываю 35 комментариев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать девять. Какого хрена? Бред какой-то, вот я не знаю. С этим Ютубом, короче, надо что-то менять, что-то думать, потому что это просто какой-то трэш. Реально не все комментарии. Даже не показывает нормально этот. Так, триан синий слизень, два синих слизня шаман, тритон синяя слизь, королева змеи череп. Три синих слизня. Еженедельки есть, у меня времени нет на еженедельки, надо собраться. С этой битвой замка уже все лень делать. Два студеных. Да, подскажите, какой герой лучше. Лучше всего не играть. Ну не знаю, одержимого я не вижу пока. Вряд ли кто-то угадал. Ну, видите, что-то какая-то лажа. Надо что-то делать с этим Ютубом, потому что, ну, это реально бред. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите стримчика. Может, где-то запущусь. Всем удачи, всем пока.